Добрый день. Мы сегодня на втором этаже клуба Алексея Козлова. И в этом есть, во-первых, этому есть причины и объяснения. Вот, меня уже начинают гнобить. Не в тот микрофон начал говорить, но на самом деле, слава богу, что за звуком у нас следит очень хороший звукорежиссер Слава. Я прошу его поприветствовать сразу. Спасибо ему за то, что он уже делает и еще делает сегодня, потому что сегодня у него очень сложная задача. Я вам скажу по секрету, что сам мало представляю, что у нас сегодня получится, потому что тот инструмент и тот человек, который сегодня в гостях, у меня и у вас, лично для меня во всех смыслах сюрприз. Я никогда не думал, что буду сам подробно интересоваться особенностями этого инструмента, специально сейчас не называю какого, хотя многие наши гости уже успели услышать акустическое, пока была настройка, видели эту диковинку, а те, кто хорошо читают и интернетом пользуются, конечно, прочитали, но я сейчас договорю по поводу того, что мы на втором этаже находимся. Мы иногда будем здесь находиться, мне кажется, что здесь не менее уютные, есть даже свои плюсы, да? В каком-то смысле здесь светлее, и детям, может быть, будет даже комфортнее. Детям разрешается на бар-классике все, кроме громко шуметь. Лежать, крутиться, рисовать, задавать вопросы, теребить взрослых, теребить исполнителей, потому что мы собрались для всех, кто себя чувствует детьми, да? А ребенок — это человек, у которого прежде всего много вопросов к окружающему миру. Вот этот окружающий нас мир, еще раз хочу сказать, приготовил лично для меня большой сюрприз в виде инструмента и человека, которого я наконец-то приглашаю на сцену. Андрей Виноградов и его уникальный, один из буквально там 5 или 6 подобных инструментов в мире. Ну, мы подробнее об этом поговорим позже. Итак, встречайте Андрея Виноградова. Он исполнит свою собственную авторскую композицию. Сегодня пойдет речь об очень разной музыке, которая написана для колесной лиры или херди-герди, как называется в данном случае разновидность этого инструмента. Разновидностей очень много. Мы об этом поговорим, полюбопытствуем, что происходило с инструментом на протяжении долгой-долгой истории. И для того, чтобы понять, как сегодня звучит этот старый-старый инструмент, заново сделанный специально для Андрея, в частности, мы сейчас, можно даже закрыть глаза, с закрытыми глазами предлагаю послушать композицию, которую для своего любимого инструмента написал Андрей сам. Thank you.
Андрея Виноградова. Итак, хочу спросить у самых младших присутствующих слушателей, зрителей. Во-первых, понравилось ли вам то, что вы сейчас услышали? Да. Все, продолжаем. А то можно было бы и разойтись, если вдруг бы сказали нет. Понравилось. А что вам понравилось? Вот кто хочет рассказать поподробнее? Рук не вижу. Кто хочет? Ты не хочешь? Ну так, стеснительно. Ничего, через полчасика будем спорить за право сказать пару слов в микрофон. Давайте с мест. Можно взрослым тоже отвечать. Тоненьким голосочком. Давайте. Как звучит этот инструмент? Удивительно. Удивительно. Первое слово мне больше всего нравится. Уже даже можно почти не продолжать. Действительно, удивительно. Ваше ли? Трогательно. Так. Что у него в руке? Внутри. Сейчас будем разбираться обязательно. Ради этого собрались. Во всем разбираться. А еще раз скажу. Для меня вот все, что будет рассказывать Андрей, и еще один человек, который пока в секрете, да, до поры до времени будет держаться, но тоже человек, который знает, и готовьте вопросы. Если вдруг мы с Андреем не ответим, то есть человек, который знает вообще все. Но вот это удивительное звучание в руках Андрея, оно действительно имеет механическую основу, да, из чего-то же собран этот инструмент. И мы сейчас попросим Андрея рассказать хотя бы в нескольких словах, из чего сделан именно его инструмент. Пожалуйста. Ну, это инструмент деревянный, хочу сразу сказать. Значит, из разных пород дерева он сделан, и клен здесь присутствует, и сосна, и черное дерево. Вот, кстати, черные вот эти вот вставочки, которые вы видите, это все черное дерево, очень редкое. Специально обработанное. Как на скрипке, да, собственно, ну, гриф, да, тоже из черного дерева делается. Вот, и за счет вот этих вот вставок, в принципе, конструкция, она очень крепкая. Крепкая и выдерживает очень большие нагрузки, такие музыкальные. Ну, этот инструмент, он очень сложный, потому что здесь 21 струна. Значит, три бурдона. Ну, после арфы с ее 46 или 47 струнами нас уже трудно удивить, но тем не менее, да? Мне как скрипачу больше 4 струн уже тоже кажется, в общем, довольно сложной задачей. Вот Андрей справляется. Я не играл просто раньше никогда на струнных инструментах, а играл, был пианистом, композитором. И вот столкнувшись с таким инструментом, я просто, конечно, немножко запутался вначале от количества струн. Но постепенно это все, в общем, стало органичным. Да. Значит, три струны басовых здесь. Это сразу, бутон, я прошу прощения. Струны. Если очень интересно или очень плохое зрение, что может совпадать в одном человеке, подходите ближе, рассматривайте. Вам, кроме сегодняшнего дня, никто так близко этот инструмент не покажет. Подходите, пока Андрей будет рассказывать. Три струны, значит, строй этого инструмента, он основан на до, ну, до, ми, соль, до, соль, соль и до, ми, соль. Вот все струны основные, а их 9, вот 9 основных и дополнительных еще 12, значит. 20, значит, басовые три. Я вот демонстрирую сейчас. Показываю звучок. Бас. Слышите, да? Это до. Потом басовый, значит, звук. Вот такой басовый. До, ми, соль. До мажор, любимый. До мажор. Белый ключ. Здесь есть еще такой механизм, очень интересный, называется он каподаст. Ну, во-первых, я хочу просто, чтобы вы сказали, что вот эти колки, да, они все-таки отвечают за настройку основных струн, да, и как бы за то, что они держат строй. А дальше уже идут механические приспособления, которые позволяют изменять строй в каких-то ситуациях, на какую-то отдельную пьесу. Да.
Значит, основные колпаки, которые подтягивают струны так, как нужно, и настраивают их, это вот здесь вот. Но здесь еще есть дополнительные колпаки, вот эти вот три колка, которые подтягивают вот эти струны. Сейчас я до них дойду постепенно, потому что, значит, бурдонные и басовые струны, это вы, я уже сказал про них. Теперь, значит, три струны, это сольные струны, значит, первая струна, такая белочина. Он очень непросто настраивается все время. Это сольная струна, низкая самая. То есть та струна, на которой можно играть мелодии, которая звучит поверх тех струн, которые называются бурдоном. А бурдон — это постоянно тянущийся звук, состоящий из одной, нескольких нот, который создает ощущение вот этой стоячей гармонии. Ручка, вот про ручку, ну, молодцы. Во-первых, ну сразу можно про ручку немножко сказать. Значит, ручка это помогает вращать колесо, которое вот здесь вот находится. Это колесо, оно... Собственно, почему инструмент называется колесная, да, лира? Оно вместо смычка. Вот это обычно... мечта всех скрипачей и всех струнников. Чтобы, бесконечный, да, бесконечный звук посредством кругового рука смычка. Рука не уставала, да. Но здесь тоже, кстати, очень рука устает. Люди консерваторию заканчивают, чтобы иметь такой бесконечно красивый, нервущийся звук. А тут вот инструмент, в котором спрятана скрипка, альт, виолончель и еще много чего другого, да еще и с возможностью играть так, чтобы все консерваторцы завидовали. Так. Да. Значит, средняя струна — это альтовая струна. Тоже... ближе уже к скрипичному звучанию, повыше она. Вот на ней как раз я играл первую пьесу. Значит, и самая высокая струна – это струна скрипичная. Все они вот эти... Ну, то есть, я прошу прощения, опять же, наверное, проще будет классификацию такую, что нижняя струна – виолончель, средняя струна – альт, а верхняя – это скрипка. Да, да, вот. Да, правильно. Так идеально. Папа, мама и... старшенький. А эта струна, она самая высокая, и у нее скрипичный диапазон. Так, ну вот это что касается вот мелодических струн. Кстати, они называются правильно, вот как нужно, называется шантрель струны. Значит, здесь еще есть три струны ритмических. Ритмический, который называется трампет. Вот я не играл в первом. А во второй пьесе, которую мы во приготовили, второй они пьесе, будут, да, использоваться. Будут использоваться эти струны, чтобы подчеркивать места ритм. Занимаем. Чтобы подчеркивать ритм. Вот сейчас можно продемонстрировать, вот как вот, чтобы потом рассказывать о ней, как это вот, что она делает, какую функцию выполняют эти струны. Сейчас перед тем, как мы будем слушать вторую пьесу, которая у нас сегодня приготовлена с Андреем для вас в программе, я хотел еще буквально несколько слов. Ой, кто это приехал? Забирайся. Талисман программы. Кто не знает, это мой сын, Григорий Александрович. Так вот, значит, касательно истории, да, мы сейчас потихоньку, мы не будем сразу очень подробно рассказывать про всю историю этого инструмента, потому что очень длинная история, очень много веков. И вот то, что сейчас косвенно, вкратце сказал Андрей, по поводу названия струн, они все носят европейские корни, да, вот трампет, это все-таки звучание французско-немецкое, да, название. Бурдон — это тоже слово французское. И, в общем-то, надо сразу сказать, что в данном случае у нас в гостях инструмент европейского происхождения, да. Тот инструмент, который в России нашли и зафиксировали, во-первых, их было очень немного, использовали его не так часто, это не такой распространенный, скажем, как скрипка, которая одинаково часто, ну, во всяком случае, достаточно часто и в России можно было встретить, да, и там всякие фидлеры, скрипачи, скрипуны,
они вот как всю Европу в какой-то момент заполонили, так прочно и держались. А исполнители на колесной лире, в каждой стране название было совершенно разным, мы об этом отдельно поговорим, но исполнители в каком-то смысле несли бремя тягот инструмента в зависимости от того, в какой век наступал. Но самое раннее упоминание о подобных инструментах относится к XI веку. Мы, к сожалению, сегодня не можем вам продемонстрировать какие-то картинки, слайды. Здесь нет такой возможности, но вы люди любопытные. Уверен, что когда вы вернетесь домой, у вас точно потянется рука к компьютеру, к интернету, и вы залезете и посмотрите, как много и как часто, в общем-то, изображали этот инструмент. А когда мы посвятим час рассказу об этом инструменте, вам гораздо проще будет понять, почему и в каких ситуациях эти изображения появлялись. Но вот самое раннее, про которое я, во всяком случае, прочитал, это в испанском городе Сантьяго де Компостела, на одной из фресок изображен этот инструмент в руках у одного из музыкантов. Возможно, и раньше изображали, но, вот, скажем так, условно, XI век — это более или менее стабильно можно считать, что инструмент родился, сформировался, упоминание. Но выглядел он совершенно иначе. Он был гораздо крупнее, играли на нем для того, чтобы звук извлекать, нужно было два человека. И то, что сейчас вот вам Андрей описывал, из чего состоит, это уже результат длительной-длительной эволюции. А когда этот инструмент звучал похоже, причем похоже не только на то, как он сейчас звучит, но и на инструмент, который был тогда самым главным, на орган. И назывался в связи с этим? Органистром. Органистром. И очень долго это название было родным для этого инструмента, но, еще раз говорю, выглядел он гораздо крупнее. Для того, чтобы играть на нем, нужно было колесо, но это колесо крутил один человек, а за изменение звуковысотности, за то, как звучат струны, отвечал другой человек. И переносить, и перевозить его было сложнее. Но потом судьба инструмента менялась. Он стационарный был. Да, он, то есть вот как бы куда привезли, там и играли. В разных странах разная была судьба, но в общем-то все-таки Европа жила не всегда параллельно, да, там где-то уже сильно хорошо, где-то еще очень плохо. Но музыканты в то время были бродячие, и инструмент жил параллельной жизнью в совершенно разных уголках. И сейчас мы как раз вам продемонстрируем пьесу, в которой Андрей соединил звучание как бы инструмента, который мог быть в руках немецкого музыканта, и также в руках музыканта болгарского. Вот. И Андрей сейчас сам расскажет, как называется эта пьеса, и вам будет легче и удобнее следить за тем, как соединяются эти мелодии. Эта композиция состоит из двух мелодий народных. Австрийская народная тема, это, значит, называется она «Schutz und Tänze». Это такой австрийский народный танец традиционный. И болгарская мелодия, которая называется «Пайдушка Харо». Это песня такая очень известная в Болгарии. Кстати, у них очень огромное количество песен вот с такой приставочкой «Харо». Я, честно говоря, думал, что это обозначает. И в Болгарии, когда был там на фестивале, спросил вот у строителя фестиваля, что обозначает «Харо», вот эта приставка. Значит, он сказал, это просто все хороводное. Они под эти песни вводят хороводы. Итак, «Schutz und Tänze» и «Пайдушка Харо». Сейчас мне только настроить нужно немножко. Да, почти на каждую пьесу Андрей будет перестраивать инструмент, именно в связи с тем, что подвижность все-таки несколько ограничена, но, скажем так, нельзя сказать, что инструмент не виртуозный, просто виртуозность другого плана. Андрей настраивает, я еще скажу два слова. Андрей родился не в Москве, это я просто к тому, как музыканты попадают, например, на сцену клуба Козлова. Родился Андрей в Свердловске, получил академическое образование как пианист и композитор. И в начале
сторону от обычной музыкальной школы и музыкального училища, в котором играют Бахов, Моцартов и прочих замечательных, гениальных, серьезных композиторов, но не играют музыку, которую, например, каждый вечер можно услышать в подобных клубах, как клуб Козлова. Когда Андрей заинтересовался этой музыкой, у него появились проблемы. Но он эти проблемы решил, мы потом расскажем, как, если будет время. Самое главное, что тяга к тому, чтобы расширить свой репертуар, привела Андрея сначала в джазовый коллектив, причем этим коллективом руководил Алексей Козлов. Человек, чье имя носит этот клуб. И в итоге, проработав в ансамбле «Арсенал» какое-то время, Андрей мало того, что еще шире раздвинул границы своего кругозора музыкального, он стал писать не только для разных инструментов, но и приобрел сначала, наверное, совершенно другой инструмент, да, сейчас в руках у Андрея не первая в его жизни колесная лира, но вот каким-то образом он однажды услышал, полюбил и стал заниматься именно этим инструментом, а клавишные, рояль, синтезатор он забросил. Ну, не забросил. На второй план просто это отодвинулось. Ну вот хорошо, когда в жизни есть разные планы. Итак, «Шутцентенция» и «Пайдушка Харо». Thank you.
Спасибо. Итак, значит, вот такая хороводная. Да? Все у нас в садике ходили. Взрослые, кто в садике ходил? Все. Все социализированные. Только почему-то все очень тихие сидят. Все пришиблены московской жизнью. Так, забываем, что у нас Москва за пределами клуба. Мы сегодня в леса, поля и, в общем, в вольную жизнь должны хоть ненадолго окунуться. При том, что вот эта вольная жизнь у инструмента была в разное время продиктована очень разными причинами. Иногда просто выгоняли из городов, говорили: плохой инструмент, нельзя играть на нем, неприлично. Да? Или наоборот, в какое-то время какой-нибудь князь, герцог или принц увлекался инструментом вдруг, и мода на инструмент возвращалась. Это практически всех инструментов касается. Все инструменты были очень зависимы от того, какая была мода, какие были вкусы, выспался или не выспался, изжога, не изжога у вельможи. И поэтому иногда ту же колесную лиру выгоняли... например, в среду нищих и бродячих, да, и говорили: все, аристократия на таком инструменте играть не может. Не гоже, мы не будем брать такое в руки, вот все, всякое отребье пусть играет, балуется. И, как ни странно, это отребье, наверное, какое-то время играло так хорошо, что на определенном новом витке снова становилось интересно: а что это они так здорово играют? Ну-ка, мы тоже хотим. И инструмент возвращали в музыкальные салоны, да, того времени, хотя так они, конечно, не назывались. Сейчас я хочу сказать, например, об обратной ситуации. К примеру, вот очень популярная история про то, как серьезная классическая музыка, например, оперная, уходила в народ. Чаще всего для иллюстрации этого рассказывают, как и в фильмах вы это можете увидеть. Например, оперы Джузеппе Верди, да, знаменитого итальянского композитора, написавшего очень много опер за свою жизнь, они, когда эти оперы ставились и на них ходили, как сейчас, на рок-концерты, да, и, что называется, фанатели от замечательных, красивых мелодий, иногда танцевальных, они были очень просты для запоминания, поэтому в народ уходили просто пулей. Никакого интернета не нужно было. И поддерживать эту любовь и популярность такой музыки были призваны шарманки, например. Да? Все знают о том, что вот, знаменитую застольную из Травиаты на там, миллион шарманок забились, потому что это была очень популярная мелодия. И человек, который приходил во двор и играл это, ну, в определенное время, там, лет через там, 15, наверное, эта мелодия так сильно всем надоело, что ее стерли на какое-то время. У нас тоже так бывает. Нравится-нравится, потом надоело, забыли на какое-то время. Так вот, у музыкантов-бродячих наверняка появлялась необходимость играть что-то, что написано было серьезными композиторами, для того, чтобы ну, как бы поближе к людям, которые все-таки обладали и вкусом, и знаниями. Вот мы вроде тоже... играем не только то, что на слух ложится или из головы, из хороводов пришло в репертуар. И мы сейчас как раз с Андреем сыграем вдвоем пьесу, которая написана ну, точно не для колесной лиры, точно не для херди-герди, не для... давайте еще какие-то названия вспомним. Например, во Франции как назывался инструмент? Да. Вьеляру. 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 Херди-герди — это название... Херди-герди — английское название. Английское название. В Испании «Занфона» называется. Так. В Польше «Лира Карбова». В Германии «Дриле». Вот в Германии, да? Такой композитор, как Йоганн Себастьян Бах, жил. Музыки писал очень много. Практически вся эта музыка гениальная. Вот как ни странно, да? Иногда пытаются найти и сказать, что ну вот это вот у Бахов... ну, не так здорово написано. А когда разбираешься, да, может быть, не так популярно, но написано у Баха практически все одинаково гениально. Вот, понимаете, на зависть, что называется. Очень много музыки, и какую страничку не берешь в руки, даже самую короткую пьесу, какой-нибудь маленький сборник, например, нотную тетрадку Анны Магдалины Бах. Вот мы взяли с Андреем оттуда пьесу,
которая называется «Ария». И она занимает, ну, буквально там три строчки музыки, да? Написана для маленьких, молодых или взрослых людей, но которые только-только начинают осваивать клавишный инструмент, да? Клавесин, чембало или хорошо темперированный клавир, про который шла речь в прошлый раз. И вот сейчас, например, представим себе, что эта музыка ушла на улицу, в поля, а написал ее Бах. Послушайте. Я сейчас за скрипкой отойду на секунду. Это сочетание вот двух этих инструментов совершенно необычное будет для этой пьесы. Наверное, музыканты уличные вообще не настраивались, я так подозреваю. Они играли на расстроенных инструментах. Ну, специально. Счастливчики. Для жалости, да, и вообще без строя. Представляете, сидим вокруг стога, коровы, а мы репетируем, чтобы потом выйти в город. Пока монетки начнут падать. А, например, еще вот такую штуку. Сразу сыграем? Да. А мы вот, то есть, сразу хочу сказать, что мы практически не репетировали. То есть мы только договорились, что мы можем сыграть в таком случае. Вот редкой встречи скрипки в сегодняшнее время. Наверное, в старое время эта встреча могла быть гораздо более предсказуемой. А сейчас мы... Как только начали обсуждать, давайте, Андрей, что-нибудь сыграем вместе. Честно вам скажу, что Андрей удивился. Что со скрипкой? Да. А почему нет? Потому что два родственных, в общем-то, инструмента, видите, да, они действительно, даже без истории видно, что это уже сейчас родственники. Хотя когда-то инструмент был большой, выглядел как ящик. Но в итоге вот взяли, поняли, что удобнее всего играть на такой форме. Именно поэтому скрипка-то она... Сами понимаете. Вот. Угу. Так. Это импровизация. Да. Это импровизация. Почти что джазовая. Да. Тоже Иоганн Себастьян Бах. Мне очень нравится, что как бы не просто там абы какая мелодия, а самое что ни на есть...
лучшие образцы музыки. Пусть и очень простенькие, да, может быть, кто-то играл эту арию, которую мы играли в детстве или сейчас играет в музыкальной школе. И вот сейчас пьеса будет, которая называется «Волынка». Про «Волынку» думаю, что когда-нибудь тоже сделаю концерт. Не только нам, но и вам. Значит, в чем вам обязательно нужно баловаться? Сейчас я приглашу еще одну участницу нашего сегодняшнего концерта. Скажу о ней только буквально несколько слов. Наталья Сербина настолько же уникальный исполнитель, музыкант и композитор, как и Андрей Виноградов, потому что вообще люди, которые берут в свои руки такую диковинку, редкость и любят такие инструменты, делают все для того, чтобы колесо истории не останавливалось, и инструмент продолжал жить и развиваться, и что-то новое, не только какие-то музейные раритеты звучали, да, а чтобы этот инструмент жил по-настоящему, радовал и утешал, и веселил, и грустил вместе с публикой. Для этого нужны настоящие подвижники. Люди, которые знают, почему они с этим инструментом вместе живут круглые сутки, да, мыслями и руками. И могут рассказать очень многое. Итак, сейчас Наталья Сербина вам расскажет про тот инструмент, который у нее. Если вы видите, а те, кто плохо видит, опять же, могут подходить потихоньку к сцене поближе. Если вы обратите внимание, инструмент немножко выглядит иначе. И сейчас мы будем слушать, почему. Всего три струны, из них две настроенные в квинту. Бурдонные еще говорят струны. Бурдон — это означает, что они звучат на постоянной высоте. И если вспомнить первые струнные инструменты, например, гудок, он тоже был по квинтам. Волынка тоже в квинту настроена. Ну, то есть это вообще такой интервал, который в самых древних песнях используется.
хорошо. Значит, моя лира, она, ну, как известно, лира была, зародилась, возникла в Европе и там активно бытовала. И постепенно пришла через Польшу в Украину. И в Украине она уже известна была 17 века точно, если не 16-го. И вот мой инструмент, он точь-в-точь по конструкции и виду похож на лиру, например, которая сейчас хранится в одном из немецких музеев. Это лира одного из известнейших гетьманов Украины. Гетьман — это такой начальник среди казаков, воинов. Генерал. Да. Или генералиссимус. Да. Лира Ивана Мазепы вот, 17 века точно такая же. То есть мастер сейчас сделал просто... Копию, да, инструмента еще. То есть, когда вы, я прошу прощения, когда вы будете в школе, чуть постарше, и читать, например, Полтаву, и там будет идти речь про Мазепу, не конкретно про этого человека, но, в принципе, вы сможете себе представить, в какой музыкальной, звуковой среде существовали люди в тех поколениях. Папы, мамы, дети этих людей, про которых вы читаете в книжке и думаете, что ну как бы, ну что там они, где-то когда-то жили. Вот они жили не менее интересно, что-то очень вкусное кушали, иногда воевали, непонятно за что, правда, не всегда было понятно, но войны были неотъемлемой частью жизни, и музыка была тоже неотъемлемой частью жизни. И вот для того, чтобы музыка звучала, нужны были инструменты, в частности, вот, например, такой инструмент. И получается, что две струны были... А еще одна посерединке была, она называлась голосник, от слова голос, потому что она, собственно, и давала мелодию. И вот вы можете, кто хочет попробовать, можно нажать на клавишу. Так, взрослые, поиграть дают. Я тоже хочу сказать. Да, только она одновременно может один звук только. А мне можно одну тоже? Клавишу. Какую? Да. Именно клавишу, если да? Если две нажмете, не будет. Нет. Да, так, а можно я, да? Да. Класс. Это было 100 лет назад, и деревянное колесо, оно быстро стиралось, и отсюда плывущий звук, когда как восьмерка она так плавает. Поэтому, в принципе, лирники всегда использовали, они сами делали свои лиры. Так, потихоньку на места садимся сейчас, чтобы Наталью было видно тоже. Они использовали то, что у них под рукой. Вот постепенно они делали, например, держатель струн уже, там, медный, там, какой-то металлический. То есть... Опять же, у нас лиры были громкими, поскольку с ними люди ходили, сейчас расскажу. В отличие от европейской ситуации, когда ходили странствующие музыканты по улицам, у нас лира применялась в трех ситуациях. Во-первых, это изначально был инструмент в руках отставных казаков, ветеранов Запорожской сечи, которые уже могли побывать в плену у турков, прийти там какие-нибудь раненые, увечные, воевать они уже не могли, а вот играть на лире, петь исторические песни о прошлых боях, какие-то еще вот у нас назывались в 19 веке думы, например, они могли. И известно было, что они очень хорошо поднимали боевой дух казаков перед боями. И враги даже ловили лирников и их просто убивали за это. Настолько опасная велика профессия была, да? Велика была сила их искусства, да. То есть они очень вдохновляли, очень... Интересно, а что? Заработки были пропорциональны опасности? Ну, в сечи там заработков не было, они все жили... То как...
То есть это была идейная ситуация, да? Это было просто ради того, чтобы воины могли действительно быть готовы к сражениям, и их боевой дух был поддержан. Да, как в других войсках. Были гарнисты, были барабанщики. Кстати, казаки-барабаны тоже там с собой таскали. Вот. Были сигналы специальные, оповещения о чем-то. Ну и в основном это были какие-то духовные достаточно, да, песни? Духоподъемные, исторические, да? Они были связаны как-то с религиозными, там, с писаниями, с легендами, которые... Об этом позже. Хорошо. У них, видимо, нет. Вторая ветвь применения, второй способ, это придворные музыканты из Украины, которые приезжали и в Россию, там, при императрице, там, при Екатерине были, при Елизавете, при польских дворах, польская шляхта любила придворных музыкантов, и один музыкант, он мог играть и на лире, и на сопилке, и на гуслях. А сопилка это что? Играли. Дудочка, да, так. Какая-то. Вот, много-много. Там они играли музыку повеселее, естественно. Что-то сочиняли, что-то какие-то европейские танцы могли играть. То есть это отдельная сфера. И последняя сфера существования лиры вот до 20 века в Украине – это как раз инструмент в руках сельских жителей, сельских странствующих музыкантов. То есть... Крестьянская среда. Рождался мальчик, допустим, слепой, или дети игрались где-то там в 3-5 лет. За ними никто не следил, родители в поле работали, там где-то во дворе. Ну, бывали травмы всякие, да, люди теряли зрение. И вот эти вот незрячие люди, как правило, шли учиться уже к мастерам. То есть это не просто так вот там это кто-то на картинах появилось, что для пущей жалостности, да? То есть это была специфика музыкантов, потому что слепой человек был ограничен в выборе средств заработка, да? И у него один из вариантов, достаточно надежный для того, чтобы можно было прожить и прокормить себя, это было связать свою судьбу именно с инструментом, с музыкальным, вот, например, таким. Я думаю, что не только с колесной лирой, но это достаточно распространенная была ситуация. Конечно. Да? То есть он не мог работать в поле, пахать, обеспечивать себя, и он шел... От дома к дому, от села к селу, по ярмаркам, по базарам, и пел песни, и те же исторические мог уже заимствовать, как бы это передавалось просто. Ну, на самом деле казаки-то оседали в селах после разгона сечи запорожской, и вот они оставались теми же инструментами, инструменты продолжали делать. Ученики приходили к мастерам, учились от года до трех играть на этом инструменте, осваивать репертуар, учить песни и так далее. Потом они сдавали экзамен мастеру, и еще, может, других мастеров приглашал их учитель. И после этого они получали разрешение ходить по улицам, по домам и зарабатывать себе игрой и пением на лире. А диплом мог отличаться по цвету? Там диплом с отличием красный, диплом без отличия синий. Да, дипломов, конечно, никаких тогда не давали, но очень интересный был обряд как раз, ну это целый обряд сдачи экзамена, потому что когда ученик показывал свои знания и умения, пропевал все, он становился на колени перед учителем. Учитель, ну это напоминало, видимо, средневековый обряд посвящения в рыцари. И учитель поднимал над ним лиру сверху, легко прикладывал к голове. Дальше накрывал его полой своего пальто, и после этого считалось, что эта традиция продолжается дальше. Да? Ну, как раз, ученика. Я прошу прощения, мы не очень подробно пока, мы еще вернемся к этой теме, но тут интересно именно на контрасте сказать о том, что в Европе в один из пиков популярности колесная лира попала в руки менестрелей. Менестрели – это странствующие поэты, трубадуры, менестрели, по-разному их называли в разные времена и в разных странах, но это люди, которые, в общем-то, были не крестьянами. Это, скорее всего, чаще всего были бедные, не очень, скажем так, высокого положения дворяне с образованием, умеющие слагать, хотя бы слагать стихи, значит, они слышали их, даже если не очень хорошо сами читали, да,
но все-таки наверняка в большинстве своем они владели грамотой и слагали стихи, и вот с этим багажом, да, сейчас называют этих музыкантов иногда бардами современных, да, людей, которые сами сочиняют песни, исполняют их под собственный аккомпанемент, и слово «бард», в общем-то, одно из европейских слов, которое характеризует именно вот такую манеру подачи своего творчества, и оно, в общем, действительно европейского, несовременного происхождения. Так вот, менестрели, я быстро закончу, менестрели — это почти что крайность, да, вот, например, в Европе менестрели были, да, и их рисовали на гравюрах. Это, в общем, была такая поэтичная, красивая история. Но, тем не менее, посвящение в рыцари, вот такой вот отклик, да, эхом, он и на Украине, в Украине мог быть. Вот видите, посвящали практически как в рыцари исполнителей на инструменте, который, наверное, в то время все-таки не считался каким-то аристократическим. Да, конечно, но он подход... был в каждом селе. Но подход к инструменту все-таки был достаточно трепетным, как я понимаю, к допуску для исполнения на этом инструменте. Итак. И еще хочу добавить, да, что, ну, собственно, менестрели европейские, это для меня, насколько я читала в литературе, как в России на Руси скоморохи. Да, то есть они тоже и смешили людей, там, не только. Вот, это мне нравится тема, про смешили. Давайте. Были, да? Были. Заскучали? Там у них и тексты нет? Смешные, они сами сочиняли. Ну, то есть они тоже, да. Давайте, давайте, смешные, народ потешные. Народ нужно веселить. И немножко доскажу. В Европе все-таки инструмент был, да, довольно сложный. И уже известно, что в 19 веке, в 18 на нем играли сложную танцевальную музыку, поскольку там был... Например, но танцевальную, не дворцовую, да, все-таки танцевальную народную, хороводную, да, да, называется? Да, да. А у нас этот инструмент все-таки играл там вот в Белоруссии, Украине, в России аккомпанирующую роль, то есть голос был на первом месте, песня была на первом месте, а инструмент уже аккомпанировал, хотя часто довольно виртуозно. Мне очень понравилось, тут, несмотря на детский возраст, для взрослых сейчас скажу, что Дима Филатов, который здесь отсутствует, он тут недавно вспомнил одну шутку на тему, ну, опять же, кому шутка, кому правда, что русский народ поет для того, чтобы водку не пить. Так вот, мы сейчас будем петь, да, слушать, как Наталья поет, представляя себе, возможно, и тех мужиков, которые вот с этим репертуаром, да. Интересно, а были женщины, которые вот с этим инструментом все-таки перемещались? Как я нашла, в экспедициях были. Были. Это скорее исключение, но все-таки минимум двоих на Полесье мне удалось найти. Отлично. То есть вот вполне себе возможная ситуация. И что мы сейчас будем слушать? Мы будем слушать полесскую песню о пьянице. Отлично. Я в тему пошутил. Thank you.
Спасибо, замечательно. Я добавлю одно слово. Обязательно. Особенность лирника у нас в Украине была в том, что они существовали по типу средневековых ремесленных объединений. То есть они все объединялись, там, допустим, лирники нескольких сел в братства, у которых и у них был свой устав, свой тайный язык, в общем, своя такая вот... Ну, тоже такой рыцарский клуб в каком-то смысле. А сейчас я хочу пригласить снова Андрея Виноградова на сцену, а Наталью мы не отпускаем. И сейчас покажем вам ситуацию, которая вполне, опять же, могла существовать и часто случаться на просторах Европы. Да, когда таможенные пункты были, наверное, большой редкостью, и перемещались люди из государства в государство через леса, дороги, и люди из совершенно разных государств, порой, может быть, плохо понимающих друг друга, просто разговаривая на разных языках, все-таки находили общий язык, когда нужно было объединить свои усилия как музыкантов. Вот я имею возможность время от времени получать большое удовольствие, играя в театре армии, который здесь не так далеко находится, в спектакле «Госпожа Министерша». Меня в свое время позвали на постановку этого спектакля для того, чтобы я изображал там в группе музыкантов такого цыгана со скрипкой. Ну, вполне себе распространенная ситуация, кто на скрипках играет. Цыгане да евреи. Ну, в общем, впрямую решили меня не палить, одели меня цыганом. На аккордеоне так человек играет, вполне себе по костюму можно догадаться, что, скорее всего, он откуда-нибудь из Франции, да, ну или откуда-то там, может быть, вполне себе европейского, такого западноевропейского типажа. Ударник с барабаном или с бубном такого гуцульского вида, хорватского. И кто у нас там еще? Человек, который на контрабасе играет, видимо, выгнали откуда-то из оркестра, да, то есть уж на контрабасе, скорее всего, нужно было образование. То он на гитаре, ну, такой более воспитанный человек, может быть, итальянец, предположить. Но вот мы там четыре музыканта, абсолютно бродячая такая контора, каждый со своим характером, каждый в своем костюме, но вот ситуация, в общем-то, типичная. Разные музыканты из разных стран, говорящие, безусловно, на разных языках и имеющие разную историю за плечами, они все-таки объединялись, потому что, ну, вот встретились, и чего вместе-то не заработать, да? Люди, чем интереснее было звучание совместное, тем, конечно, они больше привлекали внимание у слушателей. И вот сейчас представим себе такую ситуацию. Исполнительница-певица и исполнитель на колесной лире. А что именно, какая пьеса, что будет совмещено в звучании музыки, которую вы услышите, расскажет Андрей. Александр, можно два слова? Допустим? Можно. На самом деле ситуация абсолютно реальная, потому что по историческим сведениям французский министрель лирник путешествовал по Европе и заходил в Украину. Ну вот, в общем, машина времени. На втором этаже клуба Козлова. Значит, сейчас прозвучит композиция, очень такая сложная, многослойная, значит, состоящая из двух инструментальных мелодий и одной мелодии вокальной. Значит, инструментальные мелодии – это македонский танец, называется «Разврастаната». И болгарская, тоже традиционная песня «Девойка Мари Хубава». А вот вокальная песня, которая будет с этими инструментальными композициями звучать, вот Наташа скажет, как называется. Прекрутская из Черниговской области. Вот будет соединение сейчас такое необычное. Сейчас только лиру немножко нужно. Thank you.
Брала, то не поростила.
Браво. Наталья Серкина. Андрей Виноградов. Я хочу сказать несколько слов о том, почему вообще, наверное, у вас у кого-то наверняка этот вопрос возникает. Вообще, какое отношение такой диковинный народный инструмент имеет к программе «Бар-классика», да? То есть вот, про классику уже вроде речь должна идти, про классическую музыку. Так вот, во-первых, я должен вам сказать, что то, что вы сейчас слышали, это та основа, на которой сейчас очень многие современные композиторы, причем разного уровня образованности, строят свою музыку в стиле минимализм, да? Когда повторяется одна и та же какая-то интонация по много-много раз. Этот прием использован был еще с первобытных времен для того, чтобы людей вводить в транс, да? Для того, чтобы гипнотизировать, для того, чтобы человек мог иногда расслабляться, иногда наоборот попадать в какое-то, может быть, поле групповой энергии, да, энергетики, когда люди большой толпой слушали музыку. И когда вы эту музыку слушаете, я думаю, что агрессивного настроения не появляется. Если более примитивно использовать стиль минимализма, то можно, в общем, дойти до нацистских маршей, да? Но все равно в основе своей, для того, чтобы записать эту музыку, нужно образование. Вот мы уже говорили о том, что сам Андрей имеет замечательную академическую базу. Без этой базы, без образования, без того, чтобы научиться играть для начала на одном из распространенных, часто используемых в разном виде, совершенно в разной музыке, но тем не менее, да, обиходом в нынешнем инструменте, не нужно забывать, что вот 19-20 век — это маленькая вообще секунда в развитии человечества. То, что сейчас этот инструмент популярен, совершенно не гарантирует, я имею в виду фортепиано, что лет через там 300-500 на место рояля и фортепиано не выйдет какой-то другой инструмент. Мы даже не можем предугадать, что будет с каждым из инструментов на очередном витке развития вообще человечества как такового. Так вот, для того, чтобы колесо истории, колесо колесной лиры продолжало крутиться, нужен не только энтузиазм, но и умение как-то фиксировать да, те или иные музыкальные идеи, темы, мысли. И вот сам Андрей открыл сегодняшнюю нашу встречу своей авторской композицией. А сейчас мы хотели бы, чтобы вы послушали музыку композитора другой национальности, другой культуры совершенно, да? И будет звучать музыка греческого композитора с очень виртуозными задачами, которые поставлены перед исполнителем. И Андрей сейчас вкратце вам расскажет, какие сложности спрятаны в пьесе, которая называется «Маквиница». И, может быть, даже даст вам возможность сосредоточить свое внимание именно на тех сложностях, почти эквилибристических задачах, которые будут стоять во время исполнения этой пьесы. Итак. Вот этот композитор греческий — это исполнитель на греческой лире. Греческая лира — это не такая лира, как у меня. Это другая. Она больше похожа на смычок. Смычковый тоже инструмент, народный русский, но другого немножко формы, другого устройства, но очень похожий. Вот это он как раз исполнитель на греческой лире. И пьеса эта, она написана была не для этого инструмента, не для Херди-Герди, а для нескольких вот таких греческих лир и для перкашн группы. И она игралась немножко медленнее. Вот. Дело в том, что дети перкашн — это ударные инструменты. Да, ударные инструменты народные. Любые, шумовые, да. То, что называется, да? Я люблю шумовые африканские инструменты. Испанские, латинские. Эта пьеса, она значит, переложена для колесной лиры. А так как колесная лира, она инструмент очень такой громоздкий и малоподвижный, то на ней
даже в том темпе, в котором он играет, слушается просто невозможно быстро. И поэтому немножко темп пришлось вот немножко снизить, это, конечно. Всем не обязательно адаптировать, знать, что вы медленнее играете, чем этот грек. Адаптировать для этого инструмента. Тут пошутил, да, в зале? Вспомнив программу про арфу, что помните, там была шутка, что арфисты 90% времени настраивают арфу, а остальные 10% времени играют на расстроенном инструменте. Кстати говоря, сейчас еще попрошу два слова сказать Андрей. Именно про этот инструмент хотел два слова, потому что я уже в начале концерта говорил вам, что инструмент редкий, таких инструментов в мире буквально несколько штук. И вот почему... Нет, это не несколько Нет? штук. Это у нас здесь, вот, кстати, в России этот инструмент ну, практически в единственном экземпляре. То есть есть еще инструменты, но на них люди, вот, которые приобрели этот инструмент, еще не научились играть. Ну, это нормально. Я знаю очень много скрипачей, которые купили дорогие скрипки, а играть на них не умеют. Дело в том, что здесь проблема для того, чтобы... Ну, возникает проблема при... Когда учишься играть на этом инструменте, проблема именно вот правой руки, извлечения ритма. Ритм на этом инструменте извлекается с помощью специальной техники. Да, кстати, вы обратили внимание, что даже вот когда есть поступательное движение постоянное, да, как вот у кофемолки, не побоюсь, это потому что красивая очень ручка, похожа вот на какие-нибудь такие изысканные предметы быта. Все равно этот инструмент, он так или иначе связан с бытом, да, с удобством. Если инструмент неудобный, он выходит из употребления. Так вот, для того, чтобы ручку было крутить удобно, ее делают такой, чтобы она была, как сейчас говорят, эргономичной, да, удобной в использовании, чтобы мозоли не появлялись слишком невозможные для использования. И вот к чему я это? Как вы думаете? Ну... К тому, что скорость кручения ручки, она разная. Я просто... Хотел дождаться, пока будет вопрос. Она влияет на извлечение как раз вот этого ритма, на жужжание, вот скорость. А нет, там еще будут приемы другие, я вот знаю, да? Какие? А вот когда вот... А вот так? Да. Это да. Это будет, да, не сразу. Ну просто смотрите, иногда это просто потрясающе увлекательно, когда ты смотришь, вроде бы ничего не происходит, все достаточно монотонно, и вдруг раз... И Андрей начинает делать совершенно другие движения. Звук абсолютно меняется. Итак. А вот это пришел Арай Копян, человек, который этот проект сделал возможным. Он в прошлый раз где-то там шнырял, а сейчас давайте похлопаем, пока он снова не убежал.
Видели? Круто! Вот не побоюсь этого слова, если бы на всех рок и фолк фестивалях все участники были такого уровня, я думаю, что эти фестивали были бы интересны гораздо большему количеству людей, нежели просто тем, кто иногда случайно туда попадает. Да, я с большим уважением отношусь к публике фестивалей, которые проходят обычно под открытым небом. Но вот далеко не всегда туда люди приезжают для того, чтобы действительно оценить уровень, высочайший класс исполнителей. И говоря о том, что Андрей имеет, опять же, образование и огромную, серьезную, сложную карьеру музыканта в разных совершенно ипостасях, я бы хотел еще раз сказать, что, во-первых, он записал огромное количество альбомов, да, там 11 или больше компакт-дисков за плечами. 8. А я что-то вот на сайте насчитал больше, там, видимо, 8 своих и еще участие в каких-то... Участие, вроде как так, пустяки. Чем серьезнее музыкант, тем он скромнее. Это первое. Второе, участие в совершенно разных фестивалях — это не просто тусовка, чтобы вы понимали, да, это действительно иногда очень серьезное испытание, за которое иногда все-таки говорят не просто спасибо, но и вручают очень серьезные премии.
И вот у Андрея есть, в частности, премия на одном из фестивалей «Золотой орфей», который называется, да? Расскажите два слова про этот фестиваль. Этот фестиваль проходит в Болгарии. Ну, там, кстати, проходит много фестивалей этнических, где представлен фольклор болгарский в основном. Ну, и также на некоторых фестивалях принимают участие и исполнители из других стран тоже. Вот у меня так получилось, что меня пригласили на этот фестиваль. Он проходил в городе Китыне и Приморском. Это на берегу моря. Значит, я бы поехал. Да, я тоже так решил. Значит, я вместе с женой ездил туда. И это я бы тоже сделал. Да, я. Значит, там собраны были на этом фестивале просто огромное количество фольклорных коллективов, исполнителей, певцов, певиц, ансамблей со всей Болгарии. Причем в таком количестве болгарской музыки народной я не слышал нигде и никогда. Но большим очень сюрпризом было для нас вот с женой, это то, что когда вот фестиваль заканчивается, жизнь музыкальная там не прекращается, а наоборот только начинается. И всю ночь там проходят такие хороводы. Я уже думал, в России, ну, хороводы водят, но так, чтобы... Хороводоводоведы, знаем мы эту присказку, да? Так, чтобы прямо всю ночь и такое огромное количество людей, и эти ансамбли, которые аккомпанировали этим хороводом... Буратино пьют, наверное, да? Они, значит, сменялись просто. Одни уставали, другие на смену им приходили. И вот всю ночь невозможно было заснуть. И под прямо около гостиницы вот эти вот потоки людей, танцующих прекрасные вот прекрасные болгарские танцы и поющие такое количество мелодий, что, я не знаю, мы приехали в Россию полные вот этих вот мелодий. И, кстати, вот это вот... А это было совсем недавно, да? Это было осенью 2015 года. Это осенью, да, было в сентябре. Ну, там вот совершенно неожиданно для меня, я получил первую премию как исполнитель на колесной лире. Шел ему. Андрей, остановитесь, у нас тут есть для вас сюрприз, держите первую премию. Ой! Вот что-то такое. Дело в том, что я не ожидал никак. Ну, я говорю, скромность, она украшает профессионалов. Спасибо. Хочу пригласить снова Наталью Сербину. Пока она идет, хочу сказать, что у Натальи тоже за плечами более чем академическое образование, консерватория в Киеве. Она кандидат наук, музыковед, и, в общем, и на фортепиано умеет играть, кроме всего прочего, и действительно серьезный очень музыкант. Это, опять же, напоминание о том, что гости в моих концертах люди не случайные абсолютно. И сейчас я пригласил Наталью для того, чтобы она вместе с Андреем могла ответить на вопросы, которые у вас, если появились. Вот меня спрашивал молодой человек про звук, который появляется в качестве призвука. Давайте. Вот сейчас пятиминутка любых вопросов и ответов, что называется, из тех рук, из которых стоит этих ответов ждать. Давайте, подходите. Вопросы лучше задавать в микрофон, чтобы они были слышны, и на записи тоже. Вопрос стоит. Меня зовут Ростислав. А кто вы по профессии? Я, можно сказать, программист. Но музыкальная школа закончила в свое время. А вопрос у меня такой технический, технологический. Очень интересно, каким образом появляется звенящий звук. Звенящий звук? Да. Ритмический, да, имеется в виду? В основном... Жужжащий. Вот я просто об этом еще не говорил, несколько слов просто скажу. Это специальная техника такая вот именно в европейском инструменте, применяется на хёрди-гёрди, которая вот чистое европейское изобретение. Вот нигде, кстати... У нас таких нет. Да, вот на Украине таких нет, и в России таких нет. Вот я сейчас покажу. Значит, это издает этот звук. Он извлекается с помощью специальной струны, которая называется трампет. Здесь эта струна, значит, натянута на такую маленькую деревяшечку,
которая вот при усилении, надавливании на вот эту ручку, она начинает резонировать, эта деревяшечка, и издает вот такой специальный звук. Вот я сейчас вот вожу, двигаю вот, ручкой, колесо двигаю, не извлекая трампет. Вот сейчас будет извлекаться. Муху напоминает. Муху? Но на скрипке тоже есть всякие приемы, которые люди иногда спрашивают, как ты это делаешь вот у меня, да? И вот техника игры, она заключается в том, что вот эта вот ручка, она специальным образом двигается в ладони. И я, когда играю, я представляю себе не круг, по которому ручка вращается, двигается, а квадрат или шестиугольник. И вот, вот у квадрата, в отличие от круга, у него прямые стороны. И вот я, когда извлекаю... Выделяя грани, да, как бы? Да, я его извлекаю по прямой линии, понимаете? То есть вот раз, два, три, четыре. Такие упражнения существуют для вот, когда человек занимается... консерватории. Да. А я думал, это анекдот. Знаете, у меня один из любимых анекдотов... можно я, да, расскажу? Ну, опять же, это в консерватории такие шутки есть. Что вот все видели, да, этот у уральских пельменей там про русский бубен в коллапсе. Вот так примерно же там иногда шутят про шарманку, да, про шарманку я опять же не случайно вспомнил. Идет экзамен в консерваторию, принимают шарманочников. И, значит, стоит абитуриент и играет что-то, играет, ему в какой-то момент говорят из комиссии. Ну это хорошо, это на звук, а технику покажите. Вот, это мы технику, да, отрабатываем. Кстати, именно шарманка в конце 19 века в Украине вытеснила лиру. То есть лирники начали страдать от того, что им уже их меньше слушают, меньше платят, и они уже начали играть на свадьбах вместе со скрипачами. Конкуренция была. Внедрять какой-то уже веселый репертуар, какие-то песни, там, частушки. Вот, хотя у них были всегда серьезные песни, и как раз вот сельские лирники пели много духовных стихов. Вот. А святых простыми словами, народными на народные мелодии, но это были такие поучительные песни. Эпос, то, что называется эпос, да, есть? Нет, совсем нет? Нет, духовная музыка. Это духовная. Эпос — это то, что касается вот этого вообще не было. Исторического прошлого. А этого не было в репертуаре? Там, как, например, каких-нибудь сказок, положенных на музыку? Нет, сказок нет? Нет, а вот рассказов о прошлом, вот, я говорила там о битвах каких-то. Это да, я вот именно так, это такой вот сказочной спецификой интересуюсь. Я ведь такой же, как вы, я ничего про этот инструмент не знаю. Так, еще какие вопросы есть? Если вопросы закончены, есть вопросы? Иди сюда, иди, представься. Саша. Меня тоже. А сколько лет надо учиться вот на таком инструменте? Вот ради чего мы, собственно, и собрались. Уже есть абитуриент в музыкальную школу по классу Ферди-Герди. Шикарно. Так, отвечаем. Я беру его. Правда, я пока не преподаю здесь. Кстати, в Европе очень много музыкальных заведений, высших заведений музыкальных и невысших, где преподают, кстати, игру на этнических инструментах, в том числе на херди-герди. Кстати, здесь... в том же городе, извините, Сантьяго де Компостелло, в котором изображена фреска 12 века с органиструмом вот, на соборе, там есть лирная школа. Которые учат желающих играть на лирах. А я вот специально сейчас Сашу на авансцену позвал, я хочу просто ему теперь еще пару вопросов задать. А почему тебе вот пришел в голову вопрос, сколько учится? Тебе бы хотелось учиться играть на таком инструменте? Или папа с мамой послали? Страшно сказать, он такой большой, сложный. Ну, интересно, да. То есть вот тебе бы хотелось тоже через какое-то время иметь возможность научиться
извлекать звуки и играть какую музыку, которую кто-то другой написал, или ты тоже бы свою какую-то писал, сочинял? Ну, тоже какой-то, да, ну да. А ты уже сочиняешь какую-то музыку? Да, на пианино, фортепиано. Ага, шикарно. Так, ну вот в следующий раз, когда мы будем через, в следующую неделю бар-классика будет посвящена хору, я очень советую вам прийти и послушать живой хор. Это будет камерный хор, но совершенно замечательный, уникальный хор. И мы поговорим о том, почему, зачем, для чего люди поют в хорах и какое они получают от этого удовольствие и пользу для жизни и здоровья. Ну, в общем, на многие вопросы, которые я даже сейчас формулировать не вижу смысла, мы ответим. А сегодня я думаю, что это уже победа, что у нас появился человек, который в следующие какие-то разы сможет нам поиграть свои сочинения на фортепиано и на пианино тоже. Мы оба инструмента вытащим на сцену, чтобы ты смог продемонстрировать все свои возможности. Кстати, так, еще вопросы есть у тебя? Нет, кстати, вопрос, мы на него не ответили. А зачем? Сколько нужно играть, учиться? Ну сколько, действительно? Ну, я научился за полтора года. Полтора года? Ну, надо учитывать, что до того человек как раз и на пианино, и на фортепиано уже играл. Ага. Да, если он у тебя вполне играет, может сложиться это карьера. Очень быстро можно сделать. Отлично. Я тебя поздравляю с первым шагом в направлении эксклюзивного инструмента. Давай, я пожму твою руку и отпущу на место. Спасибо. Поаплодируем, пожалуйста, будущему звезде. Будущей звезде. Так, еще вопросы есть? Есть? Так, если вопросов больше нет, то мы сейчас исполним еще одну композицию, которую наши замечательные гости приготовили. Она называется «Солнце грея». И в ней тоже не одна тема, да? Расскажите, пожалуйста, про нее. Значит, я хочу только до этого сейчас сказать, что у Натальи есть диски. Так. Диски, которые можно, да, потом подойти, допустим, после концерта и приобрести вот прямо здесь вот к ней. Пожалуйста, можете обращаться. Значит, композиция, это, она тоже очень сложная, состоит из инструментальных двух тем. Значит, первая тема – это «Солнце грея», вторая тема – это «Течеми, вода, студена». Это две болгарские темы, болгарские песни. Очень такие. Болгария известные. Очень прочно засела в творчестве, ну, да, не случайно. Но переложенная в таком в инструментальном в версии, такие инструментальные. И плюс, опять мы, экспериментируя с Натальей, значит, используем здесь украинскую песню. Вот Наташа может сказать. Ну, духовный стих как раз об Архангеле Гаврииле и о том, как он идет с душами уже на том свете, ведет их на суд. Ну, это, конечно, очень серьезный такой, ну, не знаю, смысл в этом, но музыка сама веселая. То есть вот здесь будет такое соединяться, несоединимые такие вот пласты. В смысле, у Андрея веселая? У меня... Да, да, да. Сейчас насколько... Thank you.
Спасибо. И у нас, в общем, осталось совсем немного для вас музыки. Во-первых, я еще раз хочу поиграть вместе с Андреем, все-таки еще когда предоставится случай, но прежде чем мы будем играть для вас пьесу, я вам расскажу про нее два слова. Пьеса — это на самом деле очень серьезная музыка, написанная одним из самых гениальных композиторов, которые когда-либо жили. Композитор очень трагичной судьбы, в общем-то, не получивший должного признания при жизни, абсолютно не получивший нисколько, то есть даже дело не в славе и в деньгах, а просто той ответной энергетики, которую он на самом деле заслужил, и столько, сколько он подарил миру вообще, это, в общем, сравнимо с, я не знаю, с тем, как солнце светит на землю. Я говорю о Шуберте. Его песенный цикл «Зимний путь», написанный на стихи поэта Мюллера, исполняется самыми лучшими певцами до сих пор. И, в общем, среди большого количества песенных циклов считается одной из самых-самых сложных вершин, потому что мотивы в этих песнях зачастую очень и очень простые, но то, как Шуберт подобрал музыку к этим трогательным, очень разным, но все-таки в основе своей трагичным стихам, это недосягаемая сложность быть простым и при этом ставить очень сложные задачи для исполнителей. Это вот я вам могу сказать как профессиональный музыкант, что, например, того же Чайковского, очень простого и, казалось бы, ну вот почти как жизнь и душа изливающимся, да, его очень сложно играть. Его Мендельсона, который писал просто мелодию ясной, просто какой-то кристальной чистоты и искренности, вот чем тоньше, чем проще, в самом хорошем смысле этого слова, да, безыскуснее и искренний композитор, тем сложнее его интерпретировать. И Шуберт, конечно, стоит просто на вершине этой самой простоты, потому что Шуберт — это на самом деле абсолютная неприкрытость, да, человек без кожи, и в этой музыке, в его музыке, в музыке Шуберта это слышно практически во всей, в каждой странице его творчества. И я хотел как раз перед тем, как мы будем играть эту музыку, она очень простая, и на самом деле сразу скажу, что песня называется «Шарманщик». Да? Вот как раз Наталья сказала, что шарманщики были конкурентами, но по большому счету люди — это одной судьбы. Так или иначе, взлетов и пристрастия аристократии «Колесная лира» в своей биографии все-таки не очень много получила, да, вот этого пристрастия и какого-то согретости в своей жизни. В основном это все-таки была жизнь достаточно прозябающая и сложная. И вот послушайте, как у Шуберта, да, эти стихи звучат, ну, естественно, в русском переводе. Вот стоит шарманщик, грустный за селом, и рукой озябший вертит он с трудом. Топчется на месте, жалок, босс и сед. Тщетно ждет бедняга, денег в чашке нет. Тщетно ждет бедняга, денег нет и нет, люди и не смотрят, слушать не хотят, лишь собаки злобно на него ворчат. Все покорно сносит, терпит все старик, не прервется песня и на краткий миг. Не прервется песня и на краткий миг. Хочешь, будем вместе горе мы терпеть. Хочешь, будут песни под шарманку петь. Вот такая грустная очень музыка. И я даже, в общем, не призываю вас как-то найти в этом настроении что-то такое контрастное. Просто давайте вот представим себе еще раз, как тяжело на самом деле иногда и до сих пор, да, но мы не жалуемся в данном случае, просто вам рассказываем о том, что, конечно же, труд музыкантов разного уровня, иногда очень профессиональных, иногда просто людей-любителей, но очень искренне делающих это дело, он все-таки сопряжен чаще всего со сложностями. Это не самое прибыльное дело, но, конечно, не ради этого люди берут инструменты в руки чаще всего, опять же. И сейчас мы сыграем вам. Я буду на скрипке вместо певца играть эту музыку.
заключение, конечно, мы на такой грустной ноте расставаться не будем, в заключение мы приготовили для вас одну пьесу, которая абсолютная диковинка. И в репертуаре Андрея вообще она сама по себе диковинка, потому что, опять же, написана, насколько я знаю, да, не для колесной лиры. Или для нее все-таки? Нет, эта пьеса написана именно для колесной лиры, композитором, который специализируется на вот один из ведущих специалистов по колесной лире, исполнитель на колесной лире Маттиас Лобнер. Но пьеса должна лиры. Исполняться на одной. Так, помните, в самом начале рассказывали, что струны три сольных. И вот эта сольная верхняя струна скрипичная. Это, в общем-то, ну, в каком-то смысле соперник скрипки, да, то есть можно представить себе, что эту пьесу могли бы и хотели бы исполнять скрипачи. Ну вот мы как раз обсудили с Андреем перед концертом, что можно просто показать им сопоставление, как эта музыка может звучать на скрипке, да, как бы имея в виду отправную точку. Вот, например, она начинается, это тоже такой вполне явный минимализм, и музыка виртуозная, но есть в ней все-таки такое тембровое очарование, которое, как мне кажется, на скрипке не передать. Ну вот смотрите. Так до конца и строится вот на этом кружении повторяющихся гармоний. Но я думаю, что в общем-то соревноваться, как это ни странно, скрипка гораздо более виртуозный инструмент, но когда композитор специально придумывает музыку, которая написана для скрипичной струны, но инструмента не скрипки в данном случае, нужно понимать, почему это так задумано. И я думаю, что именно в исполнении таких супер классных музыкантов, как Андрей, а сегодня у нас, еще раз хочу вам сказать, что большое везение, хотел сказать, везуха, но у нас академический проект, да, должны говорить, культурный и правильный. Так вот, у нас большое везение, мы сегодня в гостях имели двух совершенно уникальных исполнителей. Я уж молчу о том, что это люди в сегодняшнее заполитизированное время, самый яркий пример того, что музыкант из Киева и музыкант из Москвы родом из Свердловска не просто ничего не делят на сцене, а могут делать самое лучшее, что может только представить музыку вместе. Так вот, Андрей в заключение нам сыграет пьесу, которая называется «Катцензильбер». «Катцензильбер». Да, а как переводится это? «Кошачье серебро». Вот оно. Ну, такой, да, минимализм. Минимализм. Авангард. Вот. Пьеса минуты на 3,5, да, насколько я помню. Да. И самое интересное, я вас призываю, вот обратите внимание на те сбивки, когда вот из этого минимализма вдруг какие-то всполохи гораздо более часто меняющихся гармоний появляются. И попробуйте все-таки понять, потому что именно это является, на мой взгляд, зерном, когда из вот этой убаюкивающей, повторяющейся простоты вдруг прорываются какие-то такие цветные практически пятна, опять же, да, помните, мы говорили про цветной слух. Так вот, эти пятна, мне кажется, на фоне какого-то уже найденного фона, как, какого-то оттенка, они как такие всполохи в сознании у композитора, и, наверное, эти всполохи он вызывает у нас, слушающих эту музыку. Итак, Андрей Виноградов, пьеса «Катцензильбер» Маттиаса Лобнера. Thank you.
Да. Андрей Виноградов. Я не вижу. Наталья Серпина еще не ушла. Вот так. Ну, Наталья занята хорошим делом, она дает интервью, это прекрасно. Хочу вам сказать, что я вот сейчас... Спасибо. Сейчас посмотрел на часы, понял, что в очередной раз не уложился в отведенное нам время. И пока каждый раз происходит так, что я предполагаю, что вам будет, может быть, скучно, но вроде бы по тому, что вы не уходите, оказывается, что все гораздо интереснее, чем можно было предположить с самого начала. Конечно, это в первую очередь благодаря тем людям, которые приходят и рассказывают нам о своих инструментах. Еще раз хочу сказать, что в следующий раз будет хор. В следующую субботу, каждую субботу в 3 часа дня проект «Бар Классика» и Александр Барклянский, ваш покорный слуга, ждут вас здесь, в клубе Козлова. Меняется только место дислокации. Чуть поближе к земле или чуть поближе к небесам. Первый или второй этаж. Вот. А в остальном это всегда здесь. И я надеюсь, что вам будет каждый раз интересно. То, что пока мы еще не только не затронули самых основных тем, да, про скрипку мы поговорили, про арфу, про понятие тональности. Вот сегодня четвертая наша встреча, и такой абсолютно уникальный человек и редкостный инструмент, и даже два, да, еще раз хочу сказать, что Наталья Сербина просто занята одной из своих важных ипостасей, она популяризатор своего инструмента. Я думаю, что интервью, которое она сейчас дает, в очередной раз посвящено тому, чтобы рассказать с любовью об этом инструменте. Ну вот мы 2 часа сегодня рассказывали вам что-то интересное, что знают в первую очередь эти замечательные люди. Спасибо вам. До новых встреч.